Совесть, она как бриллиант. Чем кристальнее чище, тем дороже ценится. Подробности в этом сюжете. Как известно, лучшие друзья девушек – это бриллианты. Минчанка Анна Уласевич готова с этим высказыванием поспорить. На день рождения молодой человек сделал мне подарок. Сережки золотые с бриллиантами. Одевала сережки редко, по бриллиантам исключительный случай. И вот в один из таких случаев заметила, что одна из сережек дает больше блеска, чем другая. На каждой из золотых сережек было по 3 бриллианта. В один прекрасный день Анна обнаружила, одного драгоценного камушка не хватает. Если бы это были нормальные сережки, то есть с ними ничего не произошло, и как мог вылететь камень, я не представляю. Когда Анна обратилась в магазин, продавцы любезно указали на вывеску: ювелирные изделия возврату и обмену не подлежат. Но ведь право потребителя на проведение экспертизы относительно качества украшения еще никто не отменял. Ювелирное украшение предусматривается гарантийный срок 6 месяцев. В течение этого срока, в соответствии с законом защиты прав потребителей, если потребитель обращается с претензией на качество ювелирного украшения, то факт доказывания лежит на продавце. То есть магазин в этом случае проводит экспертизу самостоятельно. В случае нашей героини с момента покупки сережек прошло 6 месяцев, поэтому проводить экспертизу Анне необходимо своими силами. С этой целью мы и отправились к независимому эксперту. Закрепка выполнена только сверху и снизу. По бокам присутствует, так сказать, свободное, воздушное, что называется, пространство. За счет этого получается, что крепление не обеспечивает должного и нужного сохранения целостности закрепки при одевании и снятии сережки. Это дефект скрытый производственного характера. А следовательно, у Анны есть все основания, чтобы обратиться к продавцу и, приложив заключение эксперта, потребовать возврата потраченной денежной суммы за ювелирное украшение. Бриллианты хоть и украшают женщины, но друзья они не самые надежные. То есть за утерянный бриллиант магазину придется ответить. В следующий раз, принимая на реализацию столь ценный товар, товаровед будет более внимательно относиться к его качеству.